Извиняюсь, все, сори, чел. Окей, я не знал, что он занята. А где на экране? А почему на экране ничего нет? Наёбка? Наёбка? Это потому, что она меня лохом назвала. Ебануться 7 месяцев его смотрю, а Рома все еще лох. Забаньте, пожалуйста, девчонку. 7 месяцев выебывается, блядь. Все пизды не может получить уже ИРЛ. Ну ничего, мы с тобой свидимся, свидимся, малая. Так сказать, посоревнуемся. В драке в постели. Ладно, извини, не буду такие вещи говорить. Драма, спасибо за ресап. Спасибо тебе, Владусик, тоже. Сиса-тест. Смотрите, какой код. Там член, да, на пол экрана. А, нет, реально код, смотрите. А это гифка, и сейчас член на весь экран. Ясно. Ань, то есть ты ревнуешь? Да ладно, Владунь, извини, да я не борзый, просто перед людьми хотел въебываться, типа, что я такой альфа-самец, прости. Да не изменяешь, блядь, ёбаный того рот. Ань, Ань, знаете, Аня убегает, я такой за ней бегу, Ань, стой! Алло! Можешь написать, у нас новая пара, Драма и Влада и Дир Энни, это будет еще смешнее. Всем, меня зовут Дим Масленников. Друзья, по вашим многочисленным просьбам мы решили оставить Ань. Формат проверки лайфхаков в новом сезоне, потому что вы просто взорвали комментарии. И сегодня мы проверим... А можете потом просто писать Влада и Дирени, тогда будет вообще охуенно. Они как раз с одной... С одного города, Москва-Сити. Три лайфхака, которые, если действительно работают, вызовут у вас вот такие эмоции. И начнем мы с глазного бреда. Чё, блядь? Тоже нихуя не понял. Да я смотрел этот клип, он у меня есть в видеозаписях. Поищи, пожалуйста. У нас новая пара Драма и Влада, и где-то там Дирань. Ой, зря ты дестроишь, сейчас у Ани забанишься сразу. А Аня Би, кто Аня? Ой, блядь, сложный вопрос. Да быть такого не как может. Как это возможно? Ребята, посмотрите, какая там была царапина. И он просто мазюкает ее пастой, и все, она исчезает. А, ты модер? Ну, что, в мире Гарри Поттера, а, Бойс Макгрегором 6 ноября. Это прямо сейчас надо проверить, и сделаем мы это на понял, Крофт. Очков. Ого, на бан! На паленых дешевых очках, которые мы нашли в контейнере. Нихуя себе колдры забанил. Что делать, если у тебя есть мужик, а у тебя неебическое влечение к девушке? Ты хочешь, чтобы я правда порассуждал на этот вопрос, или нет? Или же от брата. И на настоящих дорогущих Ой, очках. Сердце. Версач. Хочу, ну смотри, Катуна, Катюнчик, Катюха, Катечка, Катина, ну я не знаю, как читается. Смотри. Некоторые парни, они в принципе не против, чтобы их девушка, так сказать, устраивала ножницы лес без другой девушки. Потому что это, ну, для некоторых парней не считается такую-то измену, типа, ну, это нормально. Допустим, для меня. Поэтому поговори со своим пацаном, приди Коля там, или как его, блядь, зовут, Антон, Сережа, блядь, Лёш, маленький, брат. Подойди, так скажи, типа, слушай, типа, я не хотела бы тебе говорить это... Ну, поди в оморок, он такой просто будет тебя, ты говоришь, типа, ну, в общем, я бы хотела попробовать с девушкой. Тут он тебя бросает нахуй, и у тебя все нормально с твоей девушкой, с которой ты хотела что-то попробовать. Изи. Самое главное, сделать царапину ровно такую же, как на самом видосе. А что, он реально ебашит на очках? А что, не мог обычные очки купить? Понятно. Так, у меня двое очков, мне нужен помощник. Им будет Полина, которая помогла мне найти вот эти очки. Она сама носит очки и, как говорится, настоящая. Братишка, можно ли смотреть парню, как ебутся его девушка со своей подругой? Нет, потому что это уже будет считаться изменой, потому что он посмотрел на другую голую девушку. Двойные стандарты, брат. Эксперт. А правда, что большинство девушек би? Я считаю, что да. Это Сараби? Нет, я Драма. Типа, что, я похож разве на нее? Если только чуть-чуть. Ты же понимаешь, да, что вся ответственность теперь за эту царапину на моем очке на тебе лежит.
Все, берем обычную пасту, мазюкаем ее на... Ну, так как сказать обычную? Берем вполне себе условный блиндомет логотипом в камеру. Господи, это же не работает. Ну и вот. Ну ладно, эти не жалко, Дим. А что там просто тереть? Ой, что за паста? Бле, бледная, что такое, не понимаю. Да? Да. Я чувствую ее, кстати, царапину. Дим, не работает. Не работает? Ну, не знаю. Что... Уверена? А, ну блиндомет, потому что кусок дерьма, с другой стороны, вот Colgate. Кстати... Чего? Да ладно, убрал он? Он сработал? Нет, мне показалось. Вот посмотрите, царапина как была, ну, да, так она и есть. Так что эти очки можно... Ты понимаешь, что с этими то же самое будет? Нет, ты не делаешь. Конечно, супер ответственный момент, супер ответственный момент. Стой, подожди, ну не может быть такого. Ничего не поменялось, ребят. Царапина как была, так и осталась. Никакой абсолютно разницы, сука, на очках дорогущих нету. За что? Че? Не сами понимаю, а что у него в голове? Каким хуем бы это должно было произойти? Царапина заполнит эту паста заполнит эту полость, потом он немножко проведет тряпочкой, и вот эта полость, заполненная пастой, превратится в стекло или что? Я нихуя не понимаю. Честно, я вот прямо сейчас расстроен, потому что я очень надеялся на этот лайфхак. Или типа это будет полировка какая-то, я хуй знает, на что надеялся. Очень надеялся удивиться, но удивление не получилось. Этому лайфхаку мы ставим что? Минус, огромный, огромный царапающийся минус. Как говорится, это полный провал. Друзья, если вы смотрели трейлер, вы прекрасно знаете, что в этом сезоне будет новый проект «Выживший». Поэтому мне кажется, надо проверить... С медведем будет драться, надеюсь. ...для выживания. Можно напиться жидкостью из свежих слоновьих экскрементов. Блять, боже. И сейчас мы посмотрим особенный хак, который оторвал мне голову как медведь-гризли. Типа, варятся яйца таким образом? Логично. Очень много вопросов вызывает этот лайфхак. Во-первых, яйца торчат из арбуза, но почему-то они равномерно сварены. Во-вторых, в конце ролика это белогвардеец Пока белогвардеец, ты что, вообще расист нахуй? Сейчас приду, ребят, на секунду отойду быстро. Резает прожаренный арбуз и пробует его, насколько это вкусно. Все это мы должны проверить, но проверить в диких условиях. Ребят, вы же прекрасно понимаете, насколько опасный контент я порой снимаю. И часто мне и моим друзьям приходится бегать в каких-то реально экстремальных ситуациях. Более того, впереди проект «Выживший», а я чувствую, что я сейчас не в форме и надо тренироваться. И вдруг я понял, что моя подруга по холостяку Даша Клюкина вместе с «Аква Минерали Актив» открыли проект «Как начать бегать абсолютно неподготовленному человеку». Это круто, полезно и нереально мотивирует. Так что переходите по ссылке в описании на канал Даши и бегом улучшать себя. А я пойду проверю лайфхак. Здорово, белогвардейцы. В общем, для этого лайфхака нам понадобится арбуз и яйца. Че, реклама была? Но сперва надо развести огонь. А! Как начать бегать, я не знаю. Блин, ветки сырые, конечно, долго будет все разгораться. Но с другой стороны, у нас же не проект «Выживший». Хитрожопость. Так, огненный колодец мы сделали, пора мочить арбуз. Повторяем то, что показано в видео, проделываем отверстие в арбузе и в каждое засовываем яичко. У меня главный вопрос, почему яйца наполовину торчат на видосе. Мне кажется, с одной стороны они сварятся, а с другой нет. Так может быть он их перевернул в один момент, нет? Хотя на видео прекрасно видно, что у парня его яйца полностью сварятся. Не, я уверен, что все окей будет. Странно прозвучало. Так, мне кажется, сейчас ни хрена не получится у нас. Ай, сука! Ай, собака! А!
хорошо? Альфач, почему что сделал? Арбузы в костер не кидал. Мне больше всего не нравится. Пачек валькуна. Сколько времени это все должно происходить? Он как-то уебищно, он уебищно как-то кинул, если честно, они сейчас сгорят нахуй. Минут 10. Минут 10. Год. Яйца-то лопаются все. Так потому что нехуй было их в вагонь вот кидать. Такой темы у него не было. Хотя, смотри, яйцо-то сварилось, хотя не полностью. Воу! Ого! Воу, братан! Яйцо вытекает все. О. Санек, присутствуй, жду тебя, брат. Смотри. Так, оно уходит из нашей игры. Под воздействием... Просто взорвалось. Смотри, оно сыр... Так, блядь, он же неправильно сделал, лол. Вы же понимаете, что он какую-то хуйню натворил? Там не должно было быть, блядь, прямого огня, сука. Должна была быть такая тлеющая залупа и огонь снизу. Че за хуйню он натворил вообще? Тут, блядь, просто огонь обволакивает весь арбуз, ему пизда. Рой. Да, в угли, ну, или хотя бы какие-то уже разгоревшиеся, блядь, ветки. Че он натворил-то, блядь? Полностью внутри. Полностью сырое. В общем, ничего не получается так показано на видео. На видео не так показано. Когда начинаешь варить яйца под воздействием пламени, скорлупа трескается. Не должно быть, сука, пламени. Но внутри они сыры. Поэтому как он это сделал, непонятно. Но мы сейчас дождемся, все-таки ну, еще похоже. Подольше пусть постоит. У меня надежда вот на это яйцо. Арбуз полностью сгорел снизу. Полностью он потрескался, превратился реально в пепел уже. Тук-тук. Есть кто дома? Ребят, оно полностью сырое, посмотрите. Смотри. Все. Это провал. А вот тут? Не. Это херня. По чесноку внутри он холодный. Вот сейчас попробовал. Его даже сдувать, он просто холодный был внутри. Поэтому я вообще не представляю, зачем нужно было использовать арбуз в качестве вот такой кастрюли. Мне кажется, самый эффективный вариант был проделать отверстие внутрь. Там все перемешать, запустить яйца внутрь и поставить это на костер. Тогда был бы эффект именно кастрюли, в которой варятся яйца. Блять, а сука, сотый раз смотрю направо, а там дискорд, где Антон скинул этот скрин со вчерашнего клипа, где я сиськи запалил. Ну не свои, типа, блять, баба запалила. Испортили арбуз, испортили яйца, он абсолютно невкусный, лайфхак получает огромный жирный минус. Давайте так, 150 тысяч лайков, и мы попробуем сделать эту самую кастрюлю с яйцами внутри. И, возможно, изобретем свой собственный крутой лайфхак. Вот. Третий лайфхак, я, честно нет, говоря, не покажу. Не знаю, как прокомментировать. О! Поэтому вот и все. Крутой свитерок. На сегодня спасибо, что посмотрели это видео. А, все? Ёбаный в рот. Тут-то я и охуел.